выполнения должности, связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Это для граждан при поступлении на гражданскую или муниципальную службу, а также для гражданских и муниципальных служащих при прохождении службы. Вместе с тем, по мнению наших коллег, в отношении родства с лицами, замещающими государственные должности, а также муниципальные должности, но за исключением глав муниципальных образований, такого ограничения не установлено. Поэтому законопроект предусматривает предусмотреть такое ограничение. Комитет рассмотрел это предложение и считает, что вся законодательная инициатива, которая направлена на снижение коррупционных факторов, на искоренение коррупции, должна быть поддержана. Предлагаем поддержать эту инициативу.